Друзья, всем огромный привет. Сегодня такая рыбалка. Мороз, потом поднялся ветер. Снега намело. В общем, трудовая рыбалка. Но это была лучшая рыбалка на данный момент этого сезона. Так что, если вы хотите посмотреть ее, то не переключайтесь. Будет интересно. Всем огромный привет, друзья! Очередная рыбалка, морозит сегодня, минус 20, ветра будет еще больше ощущаться. Но я выхожу на рыбалку, в этом году тут я не был, куда я выхожу, в акватории, в эту комнату, в водохранилище. Так что погнали, рыбалка начинается, пока дойду, то все исключение. Поехали! Все, дошел. Вот так вот выгляжу. Немножко побелел. Но свежий воздух — это класс. Все, здесь пробую. Это новая точка. Здесь я ни разу не ловил, но по карте Джилайв здесь очень интересный рельеф. Вот, сейчас проверю его и тогда уже попробую, если здесь будет все глухо, то на проверенную точку пойду, где в прошлом году тоже хорошо ловил несколько рыбалок, вплоть до последнего льда. То есть крайняя рыбалка у меня была как раз в этих местах, а в этом году я еще здесь ни разу не был. В общем, друзья, здесь я один в этой акватории, части акватории. Начинаем. Иду в другое место, друзья. Какой красивый рассвет. Фух. Красота. Нету там рыбы на том месте. Но место очень интересное. Такой небольшой, да. Ну, я все рот уже заберу, ладно.
посмотрим сейчас. Погодка классная, ветра нет, хотя обещали порывы до 7, но пока вообще штиль полный. Это просто шикарно с 20-градусным морозом. Зазвенела леска. Хороший блин. Езёвое место. Я отцепился. Сразу подумал на еле. Нордик, все тот же самый, 29 цвет. Попал. Ё-моё. Охренеть. Ой, нахуй, друзья. Вот это ясь. Вот это ясь, друзья. Офигеть.
О, мороз. Оторвало леску, блин. Сейчас перевязываться еще. Ё-моё. Удочка, конечно, с катушкой отработали. Просто супер. Вот посмотрите, какой. Ой, блин. Рука замерзла. Блин, я просто в шоке. Ой, друзья, я просто в шоке. Рядом рыбаки сидят, я поэтому потихоньку разговариваю. Офигеть, блин. Мне кажется, он больше, хотя не знаю, прошлогоднего. Ой, блин, как же перевязаться-то сейчас? Где вообще оторвался-то у меня? Непонятно где. Утащил мой балансир любимый. Просто вот первый раз леска это оторвалась у меня. Кто, наверное, на этом на заморозке какой-то. Сейчас буду перевязываться, друзья. Стрельнуло прям конкретно. Ой, как же леска отработала классно. Удочка, вернее. Просто шикарно. Ну все, рыбалка состоялась. Сначала. Моментальная заморозка у него пошла. Наверное, буду дома взвешивать. Посмотрим, короче. То чувство, когда вот ты прям думал идти на рыбалку, и вот тебя иди на рыбалку. Иди. Как он в лунку не заходил, еле зашел в лунку, короче, 130-ю. Пока в перчатках больших я не посижу. Сейчас, друзья, приступим. Тройник, смотрите, овнеровский отломился. Вот почему. Нифига себе. Два крючка у тройника. Опять есть что ли, блин? Офигеть. Да, по-любому есть, бьется. Ушел. Тоже хорошо.
чтобы он не такой крупный. В лунке застрял. Застрял в лунке. Я обрыва побоялся. Он туда-сюда навегами ходит. То пусто, то в эхолоте пусто, то появляется рыба. Такое, блин. Опять ясь. Только не зайди. Ну троечка, чтобы была у меня богатырей. Большой. Зайти в лунку. Вот он завел его. Завел. Вот это рыбалка, друзья, вот это рыбалка, вот это рыбалка. Вот это рыбалка, вот это рыбалка. Завел все-таки. Тоже неплохой. Бомбяу, просто бомбяу. Офигеть. Это просто сказка. Я в шоке. Я в шоке. Как же я кайфую от этой удочки, от катушки. Просто, если руками тащить, по-любому бы обрыв был, я вот больше чем уверен. Он дергается, очень сильно дергается. И завести в лунку его, я даже не знаю, если в руках леску держать, это же никакой амортизации, ничего нет. Кушок, там трясется. Кушок.
Пойду еще одну луку проверю, бурю тут. Копчение пойдет такой самый том в мою коптилку. Который поперек, я их кладу вот такого размера. Что, все, что крупнее, там уже вдоль кладешь. Наловчился вот в мороз рыбачить в теплых перчатках, в варежках вернее, потому что в перчатках все равно, конечно, руки подмерзают в такой мороз, минус 20 и больше. Как на первый лёд, да? Офигеть. Черный какой-то есть. Отпущу, это уже больно черный. В точку есть. Когда окунь голодный, ест он прекрасно. Успевай только подкидывать. Что ж, друзья, буду собираться домой. Ветер пронизывающий, все подмерзает. Да и сейчас уже обед, до вечера не буду сидеть. Окунь стал неактивным, он поднимается, но уже не берет. И ясь тоже разбежался. Поэтому рыбалка сегодня просто шикарная, блин. Это просто кайф какой-то, эти изи так напоролись. Фу, просто нет слов. Поэтому взвешивать рыбу буду,
Я дома, сейчас будет ставка. Так, друзья, сейчас зависим с вами, если получится. Я думаю, получится. Либо замерзло просто. Так. Самый маленький весит 800 грамм. Потом идет вот этот. Этот. Его 400 практически. Сошел примерно вот такой же, как вот этот. И самый большой. Кило 600. Кило 600 рекорд не обновился. Но вот этот пузатый он. Он такой не вытянутый, а пузатый. Икры, видать, много, что ли. Ну и вот получается кило 600, кило 200. Кило 300, это 3 килограмма, 4. Ну, как раз норму взял. На кушков, я думаю, на килошку наберется. Ну, а теперь я могу с вами со спокойной душой попрощаться. Все вам показал. Мороз, но ходите на рыбалку. И в такой мороз тоже клюет. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке.